Мы с тобой помылись, теперь мы оденемся в футболку, да, красивую. Как мы готовимся к встрече с подписчиками, с нашими любимыми, да? Ну-ка, скажи, что ты думаешь о хейтерах? Тихо-тихо. Ой, боже, ты. Скажи, я готов их порвать. Вот моя футболочка. Вот такой вот у нас. Да, вот такой, опа, моднячий вообще в одежке. Вас будет хайпить. Хайпанем немножечко. Это же новый iPhone 8 Plus, Стамбул. Ты так о нем мечтал. iPhone 8 для тотерьера. Представляем новый. Сейчас будем открывать и будем пробовать тебя снимать на этот замечательный девайс. Да? Он умеет делать съемку в режиме портрет. Ну нахер. Вот, мы тебя сфотографируем, и ты будешь стоять красивый и гордый. Итак, начинаем открывать Стамбул. Скажи, ну открывайте, я посмотрю, что там за устройство. А потом решу, нужно оно мне или не нужно вообще. Волнительный момент. Стамбул. Ах, нет, не видно пока ничего. И вот он, наш потрясающий девайс. Такой потрясающий, такой же кишестой. Но это не точно. Посмотри, зацени. Тебе нравится? Тоже самое думаю о нем. Что тут ничего потрясающего нету. На нем пленочка есть сверху. На нем пленочка есть сверху. Да-да, не удивляйтесь. Так, задняя крышка в пленочке. Цвет называется золото, да? Да, золото. На самом деле он не золотой, он какой-то. Какой-то он розовый. Вот так она полностью снимается. Она полностью снимается. Да, ее полностью можно снять. Сейчас попробуем его включить. А, сейчас такую симку, да, ставит? Почему? Можно включить сначала, а потом вставить симку. Надо, наверное, на зарядку. Тот сверх тебе нравится? Смотри, что проверим зато на прочность. Что думает тот сверх на iPhone 8 Plus на 64 гигабайта? Скажи, да ни хрена я не думаю. Вы пожрать мне дайте. Так, что у нас еще было в комплекте? Одна амперовая простая зарядка, которая была и на пятых айфонах, и на шестых, и на всех остальных. Наушники, AirPod, да? Нет, это не AirPod. Это не AirPod? А может и AirPod, но не знаю. Надо их открыть. Это просто, ну-ка открой. По-моему, это простые наушники. Простые наушники, да, не AirPod. Да, это простые, с этими, проводные они. А и переходник Lightning, это для таких наушников, ну вот он, для них. Да, 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 да. Ну то смотри, видишь, как в наушниках переход уже такой. Ну да, он вставляется. Он вставляется, то есть тут разъема нету этого для наушников. Как уже, как в семерках уже началось. Да, то есть все то же самое. Кабель для зарядки. Ну и все, все, она не открывается больше. Все что ли? Да. Что там еще есть? Ну, что, никакой инструкции? Такое... А, инструкция. Нет, по почему? Использованию. Вот она инструкция по использованию. Вот она инструкция. Вот, наклеечки Apple. Яблочки. Зачем продукцию Apple так кусаешь, блин, а? Вот смотри. Вот откусанные яблочки. Откусанные яблочки. Хочешь яблочко откусить тоже? Да. Когда-нибудь мы их потом приклеим. А инструкцию покажи саму. Да там такая инструкция, она же ее надо... А, цветная, а вот это булавочка, да? Да, чипсиночка. Да, да, это... О, я его включил. Конечно, ты его включил. Четко. Получается четко. У вас, действительно. Загорелся экран. Короче, надо будет оставить симку, сделать все настройки, но это будет очень долго. Да, я думаю, это ни к чему смотреть. Алла, испанский язык. Здравствуйте, вот по-русски. Нажмите кнопку домой. Всем спасибо. Всем пока. Скажи до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Обладатель iPhone 8 Plus вам всем передает. Так он будет по нему говорить и разговаривать. Да, вот такие звуки. Ну, короче, ладно, всем пока. Ставьте лайк.